Всем привет, меня зовут Максим Шубин, сегодня поговорим о сериале «Жуки», второй сезон и уже 13 серия. Что же нас там ждет? Нас там ждут очередные мучения Володи Марченко. Он по-прежнему еще жив, по-прежнему Маслов его не завалил, хотя, конечно, он страдает из-за того, что он все-таки стрельнул в Володю Марченко, потому что он вообще не виноват в этих событиях, из-за которых он захотел пострелять по людям. Поэтому все-таки нужно, ну, как-то, не знаю, извиниться, в общем, как-то искупить эту вину. И он как-то так немножко понурый в этой серии ходит. И уже особого внимания не обращает на Никиту и его дочку, с которой, собственно, у них там-тарам-тарам-пам-пам-пам. Вот, то есть какая-то вот такая активность была в бане. Он их там застукал и, соответственно, уже крыша снесла. И полетел отстреливать кого бы то ни было. Но попал Володю Марченко. Короче, в этой серии Володя Марченко уже как бы ожил более или менее в больнице и уже даже сбежал из больницы. То есть он реально все встал, одел рубашку, все, и уже там нашел какую-то попутку, поехал в Жуки снова. За боку так держится все как бы. Ну что там все-таки пуля побывала. Но все-таки лям баксов его очень сильно бодрит. Поэтому все-таки нужно как-то встать и снова бороться за этот лям. Чтобы все-таки Маслов не доставал Никиту с его дочкой, не терроризировал насчет их отношений, они придумали следующее. Вернее, Никита придумал, а дочка Маслова согласилась. Что, мол, пусть их отец, ее отец, Серега Маслов, думает, что он завалил Марченко, что он все-таки умер в больнице. Вот так вот. То есть, как бы жестко, но в целом это как-то сработало. То есть, конечно, да, он типа еще более понурый стал, он даже собрал вещи и уже хотел идти сдаваться. Типа, все, как бы я типа такой плохой сякой, все, пойду сдаваться. Даже поехал на УАЗике. В общем, они не проследили этот момент, Никита с дочкой Маслова, и пропустили, что он все-таки уже все, собрался, поехал. То есть он тут никому ничего не сказал, поехал. А там на дороге он увидел Володю Марченко. А он же думает, что он все уже как бы коньки-то откинул. Такой типа, это же мне кажется, его нету. И он, короче, просто заводит снова машину. То есть он как бы остановился сначала на дороге, когда увидел его. Потом заводит машину, Володя Марченко еще помахал так рукой, типа, привет. Дальше, значит, заводит машину и едет прям уже, разгоняется и просто врезается в него. А он реальный, он живой, то есть он опять его шлепнул, то есть он опять его вырубил машиной. То есть что творит масло? Почему так не идет Володя Марченко? Это самый избиенный в этом сериале персонаж. Привет, Мерс, еще раз привет. Привет, ребятки, спасибо, что вы возвращаетесь. Это очень хорошо, пожалуйста, поделитесь этой трансляцией со своими друзьями. Ну и как вы, как вам сериал «Жуки»? Второй сезон, друзья мои, второй сезон. Леон, спасибо за подписочку. Итак, что еще было интересного? К Анатолию в гости приехала его мама. А мама, Анастасия, спасибо за подписочку, спасибо тебе. А мама у Толяна еще более жесткая, чем сам Толян. То есть она, видимо, по каким-то вот этим тюремным немножко понятиям живет, по понятиям силы. И он так перепугался. Прикиньте, Толян так перепугался, что типа, блин, мама едет. Все, давайте мы возвращать обратно. То есть вот эти все отношения у Ирины с Артемием мы как бы скрываем, а делаем вид, что по-прежнему все нормально, муж и жена, Ирина с Толяном. В общем-то, Артемий не был против, учитывая все вот этих переживания. Типа, окей, ну ладно, что я буду тут кем-нибудь, ну, типа другом Толяна. Буду жить в этой подсобке или типа того. Вот, и, собственно, что? Собственно, дальше приезжает эта милая женщина и начинает сразу фигачить на Артемия. Типа, что это за лопушара? Что это за лопух тут? Ну, конечно. Кто это? Толян такой говорит, да, мы с ним вместе сидели, все, как бы это мой кореш, нормальный пацан, он тут у нас живет. Ну, конечно же, по ходу всей этой пьесы, скажем так, мама Толяна догадывается, что есть у Артемия
с Ириной отношения, причем за спиной Толина. Она решает это решить, по-своему. То есть она просто пыталась задушить Артемия, но Артемий все-таки смог противостоять бабке. Он нашел, типа, что-то какого-то... какой-то штуки, я не знаю, типа какой-то палки, я не знаю, или ковша, и немножко так в нокаут отправил бабульку. Было тоже забавно, тем более он-то лежал, она такая, типа, сверху на него, и много... и потом, оп, ковшиком по тумбочке с ее. Она, в общем-то, немножко откинулась, но ненадолго, Дальше заходит непосредственно Толян вместе с Ириной, такой, типа, что тут происходит, что, как, что делается вообще? Ну, собственно, мама Толина рассказала, что так, мы и так. Артемис сношается с Ириной, это плохо. Ты, типа, терпила, все такое. Но потом, как бы, все это рассказали. Всю историю, типа, что на самом деле они разошлись. Артемий теперь парень парень Ирины. Вот, и, опять же, маме, конечно, Толина это не понравилось. Типа, он по-прежнему говорит, что она, он терпила у нее. И все, как бы, уже не сын. То есть, как бы, все... все плохо для нее лично. Вот, вот такая, ребят, получилась серия. Да, еще очень важный момент. Денис Попов сделал предложение своей девушке Дине. Причем это сделал он как-то так немножко необычненько, как будто... ну, то есть она даже уже, типа, все, готова была порвать с ним. Все, типа, все, мы расходимся, все. Но потом он решает сделать ей предложение, и это срабатывает. Он делает это предложение даже вместе со своим начальником. Он там на гармонии играет, типа ля-ля-ля-ля-ля-та-ля. А он с огромной охапкой полевых цветов, типа, Дина, я тебя люблю, выходи за мной. Там уж все. И, в общем, она соглашается, он залазит к ней через окно, вот этот большой мужчина. Вот, и, собственно, это хэппи-эндом закончилась эта история. Но не знает, что там будет, конечно, с Володей Марченко, друзья мои. Ну что, переходим непосредственно на нашу любимую фифулю, экей, красотулю. Итак, возможно, на ютубе, ребят, поэтому подпишитесь. Ссылки, ребята, есть. Так, а теперь... да, не пишите, ребят. Любите. Возможно, именно в эту игру мы будем вместе с актрисой взрослого жанра играть. Возможно, это будет сама Ева Элфи. Хорошо, потому что мы как бы не только об этом, ребят. Но это я хочу все-таки сделать. Это не шутка, ребят, это на самом деле. Возможно, ребят, на ютубе будет, поэтому подпишитесь на ютуб канал. Это реально интересно. Обязательно подпишитесь. Ну и здесь тоже подпишитесь. Да. В любом случае, если здесь не будет стрима того самого, то здесь точно будет анонс. Возможно. Наруто. Так, ребят, кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. Вот наш соперник. Пожалуйста, поделитесь этой трансляцией с своими друзьями. И да, и накидайте как можно больше комментариев под тем самым роликом, чтобы было не меньше 10 тысяч, тогда мы будем ее звать. Блин, красиво, кстати, обходил всех. И красиво было. Да в смысле? Уёль! Братишка, ты чё такой русский? Что тут? Охренеть. Матерь божья, всё-таки... Ах, ребята. Да. Все вижу, ребятки. Но чтобы точно увидел ваше сообщение, пожалуйста, отправьте его через Nationaler. Ссылка есть. Прикреплена к общему профилю.
Так. Илюша Гюндоган. Найс. Это голешник. Это голешник, друзья мои. Это шикарный голешничек. Уф. Так. Во Чельсо. Во Чельсо. Давай, давай, мах. Жаль, конечно. Как же быстро они в контратаку-то убегают. Да в смысле? Нормально, нормально, нормально. Ну, охренеть, какой пас ты выдал. Гениальный. Да блин, он меня затормозил. Давай. Давай. Ёшка-матрёшка. Хорош! Вернер, как мы сейчас стеночку эту сделали гениально, ребята! Не халифы. Хороший выбор, ребят, хороший вкус. Но, опять же, русский бы наговорил, тогда бы было очень даже возможно. Оф. Новая реальность. Офсайд. Лево. Офсайд опять, ну что такое это опять? Блин. Да ты серьезно, что ли? Веньку и пасту, конечно, выдал. Йоу. Матерь Божья, все-таки, да. Ой, ребята. Да уж. Пропускаем мы. Второй горишь. А ну погнали. Нарушение. Там желтая. Твою налево.
2-2, ребятки, после тайма. Мальчики похожи на качков. Ну что? Вот это вот годный комментарий. А что насчет актрисы, ребят? То это мы постараемся устроить в следующих ближайших стримах. Пожалуйста, подпишитесь, чтобы это не пропустить. Очень важно. Нарушение. Оп. А что это? А, теперь бог. Твою мышь! Подольской! Подольской! Ребята! Подольский, просто Подольский. Ай, просто мяч еще отдал какой-то. Не. Хорош, верно! Неплохо было, неплохо. Так. Пуёль. Видите, да, Пуёль был. Питбуль Пуёль. Офсайд, 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 офсайд. Я же говорил офсайд. Это значит офсайд. Твою мышь, да ты что делаешь-то? Что за потрачено? Что ты, что пацаны делаете-то? Собрались. Твою мышь! Видич! Квидич. Твою мышь, собрались! Собрали яичишки в кулачишки и начали забивать. Найн. Найн. Бум! Да твою мышь! Ас! Актриса, где актриса? Где актриса? Все этот вопрос. Актриса, актриса, актриса. Ай. Ребята, сколько там самых комментариев на том самом ролике? Сколько просмотров, пожалуйста, напишите. Зато. Так. Он в таком плане. Ребят, не забываем подписываться на канал, потому что, возможно, именно здесь. Так. Мы делимся трансляцией с своими друзьями. Матерь Божья, суперстар! Супер сейф. А, еще и не, ну да, еще и не точно, еще и офсайд и не точно.
Найс, конечно. В смысле забил? Да, ребят, еще ее не было, она еще будет, ребята, она еще будет, ее еще не было. Че? Там кто-то пишет, что она уже была, ребят, не было еще, она еще будет. Ух, надеюсь, что будет. Мы все для этого сделаем. Ай, красиво шоу. Твою мышку. Э3. Ребята, Лукаш Подольский нам опять забивает. Верный голешник. Неприятно, конечно. Ты Симон. Хрена себе, Симон. Не Симон. Твою мышь. Блин, это просто уже какая-то дыра, ребят. Просто дыра, в которую все залетает, ребят. Просто все. Черная дыра. Лукаш Подольский тут уже как-нибудь. Джонни Синс какой-то. Бывает. Мужики, вы че? Давайте без этого. Без петушинства. Предносю, что думаешь. Ужас. Да ём! Да я просто все уже пускаю. Что происходит? Ну что случилось? Что случилось? Что сломалось-то? Ю, проблем. Привет тебе. Что сломалось, ребят? Что сломалось? Просто подпишитесь, ребят. Подпишитесь. Лукаш, мать его, Подольский, мать его. Не получилось. Красную. Да ты что делаешь? Ты просто гений. Да твою мышь! Ну ёшка матрешечка, ну твою ж мандрешечку-то, а! Ну какого мандавошечки-то, ну что это за... Ай. Офсайд. Ой-ой-ой. Что так сильно-то получилось? Ну, отлично. Ой, ты не подписался еще? Вот такой вот главный конь. Чем? Жаль, конечно. Блин, это просто... Твой тайм просто провал полный. Ой, ребята. Привет. Господи. Ах.
Ребят, а сколько на том самом ролике просмотров, комментариев, лайков? Просто напишите. Очень важно. Да. От этого будем отталкиваться, чтобы пригласить Еву. Теперь Матвей. И... Там...